Владимир Иванович, вам сколько лет сегодня, ведь день рождения, да? Да, сегодня исполнилось 83. Здорово. А сколько лет вы на лыжах стоите? А всю жизнь. Да? С первого класса. Угу. Лыжи купили и так завелся, и катаюсь. Это профессионально спортом занимались? Да. В Ленинграде участвовал. Перешли в Ленинграда. Тут на нижних стартах. 5 раз выиграл нижний старт. Ездили на Мурманск на марафон. До сих пор едете? Да. Мурманск марафон? Да. Два раза был третьим, даже в призерах. Здорово. А, нынче тоже поеду. А в Костомукшу как вот вас судьба привела? А я приехал сюда, узнал, что соревнования тут с финнами были. Я приехал, так мне понравилось, я перевелся сюда. Работали? Да, в спортивной школе. В спортивной школе. Но с комбинатом вас что-нибудь связывает? Да, 5 лет я сначала в комбинате работал, спортивной школы не было еще. А потом спортивная школа организовалась, меня туда перетащили. А как получилось, что вот эти соревнования теперь носят ваше имя? А не знаю, да. Решили там где-то наверху. Угу. С 2002 года. Ну что, спасибо вам, спортивных, еще успехов и здоровья. Спасибо. Слава Богу.